Здравствуйте, друзья! Если вы рассчитываете на ближайшие дни на солнечную и ласковую погоду в нашем дивном крае, сразу говорю вам, забудьте. Хотя бы на эти выходные. Впрочем, по порядку. Горячий ключ. В субботу там пасмурно, дождь и гроза. Температура воздуха там ночью 6-10, днем 15-17 тепла. Та же участь ожидает Темрюк и Крымск. В воскресенье в этих населенных пунктах то же самое, серое небо, тот же дождь, правда без грозы, и столбик термометра упадет до плюс 10 днем и 6-8 тепла ночью. В понедельник прояснится, дождики прекратятся, выглянет солнышко, малооблачно. Днем плюс 14, ночью 4-8 выше нуля. Чудненько. В Тимашевске, Тихорецке, Ейске, в субботу ситуация примерно та же. Небо серое, дождик капает. Температура днем плюс 17-15 тепла, ночью плюс 6-11. В воскресенье дождика не будет, но температура в атмосфере стабильно падает. Днем прохладно, плюс 10-12, пасмурно, ночью плюс 4-6. А вот в понедельник там будет солнышко. 15-18 днем, а ночью температура упадет до 3 градусов тепла. На северо-востоке края в субботу и воскресенье будет стабильно. Пасмурно, дождики. Температура воздуха в Кропоткине, Армавире, Лавинске в субботу плюс 16, плюс 18 днем, ночью 9-11. В воскресенье столбик термометра тормознется на отметке плюс 10-12 днем, 5-8 ночью тепла. А в понедельник выглянет солнышко и воцарится там ясность, мир. Добро, любовь. При температуре плюс 15-17 днем и плюс 4 ночью. И еще, друзья, такой момент. Сегодня ночью с 18 на 19 октября ожидается лунное затмение. В эти дни вообще стоит быть источником благих мыслей, желаний и ни в коем случае не ввязываться ни в какую агрессию и не отвечать злом на зло, так как эмоциональный фон обострен предельно. Жить светло и аккуратно. Это хороший вариант избавиться от многих своих пороков и просто вредных привычек. Хотя, в принципе, что с этим делать, решать только вам. Так что будьте счастливы, улыбайтесь.